Хейо, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Hungry Shark World. Перед нами гигантская акула, и сегодня мы будем за нее играть. Ну что же, давайте приступать. Ну и вот мы, ребят, появились в холодных водах, и на самом деле акула довольно-таки гигантская. Вот все-таки название говорит само за себя. Как вы видите, у нее очень огромный рот, также огромное пузо, а почему-то хвостик, именно плавник, какой-то у нее маленький. Не знаю, конечно, непропорционально у нее тело, да и ладно, хрен с ним. Нам, ребят, самое главное просто тупо мочить всех рыбешечек и тестить эту рыбешечку по полной. Также еще, кстати, ребят, можно ее будет прокачать, потому что я почему-то рыбок ни разу не вкачивал, хотя, по сути, есть такая возможность, и было бы неплохо это сделать. Так, смотрите, мы только что тупорылую акулу уже слопали. У нас, в принципе, рот такой же, как вот эта тупорылая акула, а тело еще, ребят, в два раза больше. То есть это уже хороший результат, то, что мы кушаем таких относительно больших акул. И также я уже смог, ребят, только что слопать зеленых медуз, которых я в прошлом ролике кушать не мог, а теперь уже, ребят, смог, и это на самом деле прогресс, это очень хорошо. Тут у нас вот такие стаи рыбешечек, а также снизу там у нас вроде бы, ребят, были касаточки. Сейчас мы это должны обязательно выяснить. Так, есть тут кто-нибудь? Касаточки, либо еще кто-то? Да, ребят, смотрите, я вижу касатку. Сейчас мы тогда попробуем ее скушать. Мне кажется, это касатка-младенец, потому что, ребят, какая-то она, ну, слишком маленькая. А вот эта касатка как раз-таки уже большая. Да, ребят, все, отличненько. Сейчас тогда мы ее до конца скушаем, и в итоге получили дофигища жизни, восстановили, принцип, все хпшечки. Так, отличненько, продолжаем тогда дальше еще мочить наших рыбешечек, также медуз, потому что у нас теперь есть все-таки возможность кушать не только голубых медуз, а также еще и зеленых. И это на самом деле очень хорошо. Можно было бы еще гадости кушать без урона. Это было бы, ребят, просто замечательно тогда уж. Так, и что мы тогда сейчас, ребят, будем делать? То, может быть, все-таки попробовать собрать опять же слово Hungry, да? Потому что мы уже только что нашли буковку Г, и почему бы не собрать, допустим, целое слово, да, если на то уж и пошло. Поэтому давайте сейчас тогда попробуем это сделать. Но для начала надо бы, ребят, сначала хпшечки установить, потому что видите, что у нас их на самом деле очень мало. И я все-таки хочу их сначала установить, а потом уже смотреть, где находятся другие наши буковки. Так, отличненько. Убили мы, получается, вот эту касаточку. Золотая лихорадка у нас активировалась. Ну ладно, что пропадать лихорадки, поэтому мы сейчас ее обязательно активируем до конца. И мега золотая лихорадка, ребята. Отличненько. Вот это хорошо, ребят. Вот это четенько. Сейчас тогда мы будем кушать всех вообще, кого видим, потому что у нас нет ограничений. Мы имеем мега золотую лихорадку. Вот, допустим, мы только что скушали бомбочку. Еще вот этих медузок. И вот, пожалуйста, еще бомбочки, бомбочки. Эх, ребят, смотрите, на последнюю бомбу, к сожалению, я наткнулся, но ничего страшненького, потому что она мне не особо много хпшечек отняла. И все-таки, ребят, при мега золотой лихорадке стоит кушать больше каких-то вот таких взрывчатых веществ. То есть, допустим, вот эти бомбы, потому что они, ребят, больше нам дают опыта, чем я буду кушать какие-нибудь стаки рыбешечек золотые, потому что я их и под обычной золотой лихорадкой скушать смогу, а под мега надо, ребят, кушать то, что ты как раз-таки кушать и не сможешь. Поэтому как-то так. Ну ладно, давайте мы тогда уже наконец-таки все-таки обратимся к нашей карте и посмотрим, где у нас находятся еще наши буковки, если, конечно, они тут рядом есть. Но смотрите, в принципе, буковка H рядом находится. Давайте тогда сейчас мы за ней направимся. Где-то у нас получается сверху по диагонали вправо. Там был проход. Сейчас мы в этот проход обязательно пойдем и, естественно, его разобьем, да? Так, давайте-ка ускоряемся. Ну, еще раз. И... Эй, проход, ты будешь уже мочиться-то или нет? Вот, ребят, все, наконец-таки замочили этот проход, открыли в итоге дверцу. И у нас тут, смотрите, сколько пингвинчиков вместе с такими отрядами сельди. Это, конечно, очень, ребят, хорошо. Сейчас еще вот этих скушаем. И рыбешечку, который дает кристальчик. Ну, в принципе, видите, мое количество кристаллов. Не особо я за ними гонюсь, потому что они у меня и так есть. Но ничего страшного, если мы убили все-таки эту рыбешечку. Смотрите, кого мы сейчас убили. Какие тут здоровые акулы. Я даже не знаю, что это за акулы. Скорее всего, белые. И мы их вообще, ребят, в два счета убиваем. Даже не со второго укуса, а с первого. Это на самом деле очень мощно. Так, ну что же, буковка H у нас находится вот здесь, ребят, да? И почему у меня так жизни, ребят, очень быстро снизились? Это как-то странно. Видимо, из-за того, что я дотронулся до той оранжевой медузы, видимо, она очень, ребят, сильная. То, что она так хпшечки сбавляет, это, конечно, слишком жестко. Я просто тупо не успеваю кушать, чтобы мне восстановить хпшечки. Что же тогда, ребят, делать-то? Мне кажется, скорее всего, мы сейчас помрем и придется нам...
использовать кристальчик, чтобы восстановиться и продолжить дальше наше выживание за вот эту гигантскую акулу. Так, ну смотрите, в принципе, рыб-капель сейчас покушаем. И еще вот эту последнюю акулку с кристаллической рыбешечкой. Воу, а у нас тут, ребят, золотая лихорадка активировалась. Хорошо, давайте тогда сейчас мы ее обязательно тогда используем. Так, неплохо, да? И в итоге мы, кстати, ребят, даже качнули уровень на этой акуле. Это на самом деле хорошо. Так, ну что же, обращаемся к карте. И буковка У у нас находится, ребят, получается, немножечко левее, да? Нам сначала надо выплыть вот с этого какого-то лабиринта. Потом, ребят, заворачивать налево. Тут у нас, смотрите, сколько бомб было, какая-то подстава. Стоп, интересно, я, ребят, да, я же в одно и то же место плыву, получается. Что-то как-то, ребят, странненько. Но в итоге мне поражает то, что я не задеваю эти бомбы, несмотря на то, что я играю за такую огромнейшую рыбешечку, ребят. Не знаю, как это у меня получается, но как-то так. И, кстати, где-то тут буковка. Вот она, все, отличненько. Буковка У уже есть. Осталось нам еще найти три буквы, то есть половину работы, ребят, мы уже выполнили. Буковка N, смотрите, как близко находится, давайте тогда сейчас мы быстренько ее соберем. И вот что я вам говорил про эту дурацкую медузу, вот я сейчас опять же на нее наткнулся, и у меня стремительно начались уменьшаться хпшечки, ребят. Но сейчас, слава богу, тут было дофига рыбешечек, также вот эта касатка, и они мне помогли восстановить хпшечки. Так, ну что ж, давайте тогда обращаться к карте и смотреть, где у нас еще буковки. Но тут пока что, ребят, в левом краю карты у нас буквок нету, поэтому давайте тогда сейчас мы попробуем листануть в правый край. Воу, ребят, ничего себе, смотрите, где у нас буковка-то. Получается, на самом краю карты, даже за картой, то есть за водами нашими холодными, они где-то вот тут, ребят, в каком-то бассейне, что ли, находятся. Ну, давайте попробуем все-таки туда приплыть, но мне кажется, ребят, это невозможно. Я не знаю, как туда попасть, если там никаких подводных проходов, ничего нету. Это если только прыгать на сушу и по суше, ребят, как-то пытаться ползать и все-таки как-то попасть в тот бассейн. Эта акула очень голодная, и она всегда просит кушать, то есть надо всегда поддерживать запас сытости. И это, ребят, на самом деле немножечко тяжеловато. Ну что ж, ребят, я сейчас держу прямой наводкой путь направо, и в итоге мы уже как раз-таки уперлись непосредственно в стенку, да, если это, конечно, ребят, так. Давайте тогда сейчас посмотрим. Ну да, в принципе, ребят, так и есть. И теперь нам надо, по сути, ускориться, вынырнуть вот так. И просто тупо, ребят, вот такими нелепыми действиями плыть, пока мы не доплывем до той локации. Кстати, ребят, вот как я, интересно, доплыву, если у меня жизнь очень быстро тратится, я, конечно, ребят, не понимаю. Но будем надеяться, что мы все-таки сможем это сделать, а если не сможем, то наша судьба будет печальна, и в итоге мы не сможем, ребят, собрать слово «хангри». Вот смотрите, опять у меня кончаются жизни. Нет, только не это, И, ну смотрите, ребят, я почти что доплыл. Пожалуйста, да что ж такое-то, ребят, смотрите, я опять оспаунился не в том месте и не в то время, это просто капец, ребят. Ладно, делаю еще одну попытку, жизнь опять у меня очень быстро тратится, и что с этим делать, ребята, я просто тупо не понимаю. Ну, жизнь, почему вы так быстро тратитесь, я не успеваю, хотя вот, ребят, смотрите, отличненько, успел, наконец-таки, тут у нас рыбы-капли, обычные такие маленькие рыбешечки, еще вот немножечко деньжат, а где непосредственно буковка, за которой я сюда, ребят, и плыл. А вот, ребят, смотрите, она у нас вот здесь. Давайте тогда сейчас мы ее возьмем. И как все-таки приятно осознавать, что ты выполнил цель, которую поставил. Так, ну что же, остается нам, ребят, как-то выбраться отсюда. Вот, конечно, фигово то, что у меня ускорение почему-то плохо прожималось. Так, нажимаем спасти. И в итоге сразу вот так, ну, ускорение мы выпрыгиваем. Ну и думаю, я сейчас, ребят, спокойненько смогу все-таки добраться до тех вот, потому что я как-то сейчас резвее, что ли, ребят, иду, да, и в итоге мы начинаем погружаться в эти воды, да, все, ребят, отличненько, успели, думаю, если я сейчас помру, то мы, скорее всего, отиспамнимся в этом месте, то есть бояться, ребят, нечего. Так, ну и что же, пока у нас идет золотая лихорадка, надо все-таки немножко к центру карты, я думаю, идти, потому что именно там, скорее всего, находится у нас последняя заключительная буковка, да, поэтому давайте тогда сейчас мы направляемся туда и смотрим, где у нас последняя буква, ребята. А последняя буква у нас, ну, в принципе, далековато, ребят, далековато. Буковка Y, находится она у нас слева от карты. Ну и держим, ребят, путь именно туда. Ну и вот, ребятки, я, в принципе, приплыл к нашей последней буковке. У нас активировалась золотая лихорадка вместе со словом «хангри». Вот это, ребят, я понимаю, мне повезло. Это реально четенько, но, к сожалению, уже золотая лихорадочка кончилась. Но главное, что у меня слово «хангри» еще работает. Поэтому мы сейчас, ребят, смотрите, кушаем все подряд. И бомбочки, и маленькие бомбочки, большие. Даже вот этот, ребят, эхолот
мы тоже слопали. И у нас опять же активировалась золотая лихорадка. Надеюсь, сейчас она так быстро не пройдет, ребят, как в тот раз. Но смотрите, в принципе, успеваем еще покушать каких-либо рыбешечек. И в итоге, к сожалению, наше слово «хангари» уже закончилось. Но я думаю, его довольно-таки, ребят, неплохо использовали. И неплохо вообще в целом поиграли за эту гигантскую акулу. Если вам понравилась эта серия, хотите следующий, то ставьте лайки и пишите обязательно об этом в комментарии, чтобы я увидел вашу активность и снял обязательно новый ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!